Всем доброе утро. Я сейчас пришла в стирку. Мое утро началось с того, что я сейчас буду забрасывать вещи свои. Это стоит $1.25. Получается 5 монеточек. 125 я должна забросить. Типа да. Закладываю вещи, мое белье, и потом я уже оставляю, и оно, по-моему, стирается, 30 минут. Я уже вышла с дома, я сейчас, мы с вами поедем, знаете куда? Первым делом мы едем сейчас на почту, мне нужно отправить посылку. Да, кстати, я вам скажу, у меня сегодня встреча в Best Buy в магазине, потому что сегодня я получу свою камеру Olympus, на которую я снимала, потому что у меня были проблемы. Я ее по гарантии сдала и сказала, почините мне что-то. Поэтому так. А, я не пристегнулась, я уже поехала. Все, короче, я ложу свой телефон и я поехала. Как раз и не холодно, и не жарко. Просто отлично. Кто это? Это Бетховен. Это мой Бетховен. Вы знаете, у него два имени. У него есть middle name. Это Бетховен Папи. Но я его больше Папи называю. Он такой милый мой мальчик. Моя коробочка. Вот такая она. Такая красивая. Я уже отправила. Я хочу сейчас... Да, моя посылка обошлась. Всего. Мне спросили, как вы хотите. Хорошо. Hi. Good, thank you. Спросили, как вы хотите, неделю или вы хотите быстрее. Но она выходит там 5 дней или 7 дней. То просто если 5 дней, это в 2 раза дороже, чем 7 дней. Поэтому я сказала за 7. Там уже разница 2 дня. Короче, почти $30 я заплатила. Я уже приехала. Я приехала в Best Buy. Ура! Наконец-то мою камеру вернут, мою маленькую. А то я уже так соскучилась за ней. Все сейчас получу, проверю, что там они мне сделали. И тогда, если будет все отлично, тогда я ее заберу. Если нет, скажу, пусть еще что-то ремонтируют. Но нужно же проверить. Так, вот это Best Buy. Тут одна техника. И вот я вот сейчас сюда подойду. Сейчас подойду со своим документом и скажу, что мне нужно забрать. Мне дали только что камеру и нужно мне расписаться теперь. Кстати, мне поменяли батарею и дали нормальную зарядку. Вы представляете? Неужели моя камера будет заряжаться? Вы видели это? Там работник русский. Я стою, я не помню, что я сказала. Ну, а, да, точно. Короче, он уже мне дал камеру, и он говорит, выберите язык, который вам нужен. И я говорю, русский, и он. Я говорю, Russian, и он, русский. Я, о, вы говорите на русском. И, короче, ну, он плохо очень знает русский и говорит плохо. Но самое главное, он меня понимал. Потом у него была хорошая практика со мной, потому что я его сразу начала заваливать русскими вопросами. Как вы думаете, куда я сошла? Куда я зашла? Я зашла в Goodwill. Да, я зашла в Goodwill, потому что иногда я люблю заходить, смотреть, что тут есть классное. Тем более, я знаю, этот Goodwill самый большой, ну не самый большой, а большой, один из больших, которых я видела. Смотрите, какое дерево. Ну, это искусственное дерево, но оно как настоящее. Как будто настоящее. Смотрите цены. Было 5,99 30 ноября. Уже 1 числа было 5,99, типа доллар спустился. Вчера было 4,99, сегодня 3,99, и сегодня же за 99 центов отдают. Отдают! Ну, то, что мы видели. Потом вот фонарики вот такие, они светятся.
их можно все вот это проверять. Вот такой пакет, там что-то. Ну, цена должна быть, но я не знаю. О, вот смотрите. Я хочу такую. Хочу такую елку. А ну-ка, ну-ка. Здесь розетка должна быть. Вот можно сейчас включить ее и проверить. Смотрим, смотрите. Включаем. Она включилась и выключилась. Вау! Ух ты, я хочу такую елку себе купить. Интересно, сколько она стоит. Давайте мы ее... Yes, I like it. Смотрите, я хочу это. Все, я ее, наверное, сейчас куплю. Все, хочу, хочу. Да у меня дома нет елочки, а я ее хочу. Ой, какая она красивая. Все, у меня елка есть. Ура, можете меня поздравить, я уже начинаю украшать свой дом. Ой, класс. Посмотрите, вот такая куколка, которая держит лампочку в ручках. Так. Ух ты, а, смотрите, это в патроны можно вставлять лампочки, и они будут разных цветов. Ух ты, а, вот еще лампочки с сердечками. Портфели, смотрите, за $8. 7,99. О, Оксфорд. Эта елка стоит 6,20. И мне сказали 6,20. Такая красивая. Сейчас я заплачу. Yes. Thank you. Okay, thank you. How you doing, good, thank you. Ура! Я купила себе елочку. Я купила себе елочку за 6,20. Они сказали, если вы покупаете продукт, а он не работает, ну типа лампочки не светятся, они могут вернуть. Вы можете вернуть, они могут вернуть вам деньги. Так, все, я теперь сейчас еду в молоко. Ой, в молоко, в магазин молоко покупать. Вот магазин называется Grocery. Те, кто меня смотрит, тот знает, что я люблю очень заходить в корейский магазин. Korean Plaza. Ананасика хочется мне. И там я всегда покупаю молоко. Видите? Мне просто на творог нужно 1.5 галлона. Поэтому December 20. У моей сестры 20 декабря день рождения. Софья. Софья, я тебя люблю. Я всегда скучаю за тобой. Мне тебя очень не хватает. Очень-очень. Если бы ты знала, я все время хожу в магазинах, я все время куда-то езжу, путешествую, лажу везде, по горам, везде, где только можно, и думаю, как же мне не хватает тебя. Иногда я так вспоминаю сильно, что ж мне просто так жалко, что я могу просто, ой, заплакать. Да. Я знаю, что ты очень скучаешь, потому что ты маленькая моя сестричка. Ах, тяжело. Ладно. Я люблю тебя, Софья. Давайте, смотрите, чашки миньоны за $6. Две чашки. Еще я хочу купить себе жвачку. Хуба-буба. За 99 центов. Хуба-буба зеленая с красной. Какая вкусная жвачка. Очень. Ой, моя любимая. Уже. Ну, хватит. Ой, как вкусно. Я уже пришла домой. Свою лампочку, свою елочку включила. Такая красотка стоит. Я уже фотографию в Инстаграм выложила. Итак, по поводу Инстаграма. Я хочу вам сказать, что некоторые люди жалуются и говорят, у тебя какой-то неправильный Инстаграм или еще что-то. Я хочу сказать, что у меня Инстаграм рабочий, он в рабочем состоянии. Просто ко мне... Ну, как вы думаете, у меня закрытый аккаунт в Инстаграме. Сейчас. Я просто только что зарядку делала.
У меня закрытый Инстаграм, закрытый, чтобы не смотрели посторонние люди мои фотографии, видео. И если ко мне какие-то добавляются, ну вот люди, если на них нету фотографий, какие-то подозрительные типы, рекламы, я их не добавляю и не хочу, чтобы на меня подписывался всякий мусор, какие-то рекламы, которые мне не интересны. Поэтому если пустая страница ко мне подписывается, я не добавляю, потому что подозрительных не добавляю. А если нормальный человек, фотографии есть, ведет свою жизнь, тогда я добавляю. Пожалуйста, не обижайтесь на меня, что я вас не добавляю, потому что я добавляю реальных, настоящих людей. Если вы настоящий, я вас добавлю. Если вы не настоящий, а сделаю, о, дайте сделаю фейк, лишь бы посмотреть и подписаться, то я такого не понимаю и не добавляю. Поэтому не обижайтесь. А сейчас я хочу вам показать мою красивую елочку. Смотрите, какая она маленькая, такая голёсенькая. Такие красивые лампочки у ней, у неё. Аж такие, ну, как вы видели на фотографии. Ну, на видео. Все, я сейчас хочу поехать еще в магазин. Оставляем елочку включенную, чтобы когда я зайду в комнатку, чтобы она так красиво меня радовала. Еще хочу сюда поставить на полочку вот тут поставить пахучки или свечки. Я люблю свечки. Сюда такую хвойную свечку зажечь. И она так будет приятный запах издавать. И смотря на эту елочку, так мне уже хочется Рождества. Я даже думаю, сюда и не надо никаких других игрушек, потому что она как уже как игрушечка. Ой, как классно! Если вам нравится такая маленькая елочка, не забудьте поставить лайк. Потому что она мне очень нравится. За 6,20 это здорово купить. Так, я сейчас еду в молл. Да, я вам говорила, что я хочу все-таки поехать в магазин. И да, я все-таки решила. И поедем, посмотрим. Потому что там сейчас так красиво, столько много елок, куча всего, гирлянд. Ну, короче, я хочу наполниться этой атмосферой вместе с вами. Поэтому мы сейчас едем. Смотрите, сколько много людей. Ух ты! Откуда они идут? Они с какого-то праздника. А теперь смотрите внимательно. Смотрите, с левой стороны это пальмы, обкрученные лапочками. Жалко, что верхушки мы не видим, но только палочки. Но это просто мне так нравится. В прошлом году они были не такого цвета, они просто были белые. А в этом году они желтые с зелеными и с красным. Ой, заходим. Как красиво! Смотрите, с чего эта елка создана. Она создана из консервов. Кукурузка, томаты, огурчики. Ух ты! Слушайте музыку. Ой. Это настоящий оркестр! Эти фонарики, а музыка шикарная.
уже поднялось настроение. Думаю, у вас так же. Кто такие помнит с Украины? Пи-пи-пи-пи-пи. Ой, смотрите, собачка. Ой, мама. Смотрите, вот эта штучка. Вы думаете, что это такое? Короче, вот эту палочку вы выдвигаете по максимуму. Вот она выдвинулась. Тут есть такие ручка. И вы вот так спинкой дотягиваете. И так. Только в США такое придумали. И я и так достаю то, что мне нужно почесать. Но для людей, которые не могут, которые не очень хорошо ручки растягиваются, можно так. Так, я очень люблю приходить в молл и пользоваться вот этим креслом. Он стоит $1. Здесь можно одну... Ой, здесь... Вот, смотрите. 3 минуты стоит $1, 15 минут стоит $5. Ну, ничего не меняется. Ой, оно пошло! Оно еще показывает, что оно делает. Смотрите, ноги мне сжимает. Ой-ой-ой. Ой, как классно. Ой, извините за то, что трясется. Просто сейчас шейку массажирует. О, видите? Как будто ручки массажирует. О, вау, как приятно. Класс. Хочу еще раз. Вот я начала еще раз, второй раз делать. Здесь хорошо деткам играться. На этом мое видео я с вами буду прощаться. И спасибо за то, что побыли со мной. И я надеюсь, вам понравилось это видео. Если есть какие-то вопросы, не забудьте написать мне в комментарии. И еще хочу сказать, кто не знает, у меня ВКонтакте есть моя группа моего канала «Всего и побольше». Поэтому ВКонтакте, то пишите, если есть вопросы. И на ВКонтакте я с удовольствием отвечу. Поэтому всего хорошего вам. И все, всех люблю, обнимаю. Пока-пока.